Рейсмусовый станок JPM-13. Стабильная чугунная конструкция. Прорезиненные подающие и вытяжные валы. Выходная мощность двигателя при 230 вольтах – 1,5 кВт, при 400 вольтах – 2 кВт. Возможность продолжительной нагрузки в течение всего рабочего времени. Масса – 90 кг. Этот станок позволяет обрабатывать дерево настолько качественно, что заготовка не требует шлифования.